Патриотическая весна в Запорожье. 25 апреля на территории историко-культурного комплекса «Запорожский дуб» состоится мероприятие, сбор средств от которого пойдет на нужды военнослужащих украинской армии и нацгвардии. С подробностями мероприятия познакомили организаторы «Патриотической весны». Дегустация солдатского борща, именно такой концентрат, говорят, передавали бойцам на передовую, и чемпионат по лепке вареников. Организаторы знают, чем привлечь публику. Также обещают показать технику, которую подготовили волонтеры для военных, выступления художественных коллективов и выставку работ мастеров из творческого объединения «Колорит». Мы решили вот такое провести. Приглашаем жителей поучаствовать, команды по 5 человек, вареники будут лепиться, вариться и продаваться. Таких патріотичних акцій, на мій погляд, мусить бути дуже багато. Сьогодні дійсно є проблема, вона є постійна, да, забезпечення нашої української армії, да, військ, особливо бійців в зоні АТО. Все собранные в ходе патриотической весны средства собираются направить на поддержку военнослужащих. Уже сейчас в фонде «Лебедея» лежит заявок на 5 миллионов гривен. В первую очередь нужны амуниция, тактическое снаряжение, тепловизоры и планшеты с картами. В заключении акции обещают флешмоб «Нарисуй флаг Украины». Потом разукрашенное желающими полотно разделят и передадут в различные подразделения ВСУ и Нацгвардии.